Добрый день. Ну вот это после склейки. Так получилось у нас. Теперь надо что-то подогнать идеально. И потом еще наклеить волны. Аж потом вырезать. Ну, подгоняю я рубанку. Все пробненько было. А чтоб не скалывалось края. Забиваю. Колышек есть. И тогда края целые. То, что клен, это такая зараза. Все. Это не липа. Чуть-чуть и он откалывается. Но зато белый. Липы нету. Была бы липа, сделал бы с липы. Ну. Липы досточки нету даже. Ольха рыжая. Ну это ж. Мадам пусть белая будет уже. Вот это вторая дверка. Нам надо приклеить, чтоб заход получился. Вот его размер. Чтоб не морочить голову с зарезкой. Берем два кубика. Тут точно так я и ту склеил. С этой стороны. И все. И дальше она не уйдет. Будет уходить в эту сторону. Струбцы ему прижал, чтобы уходила туда. И вот это надо склеить сейчас опять. На последнюю дверку. Хвост чего наклеили. Так. Он выберется внутри. Выберется, аж тут чуть-чуть останется. Это как завернуло. А тут это еще надо наклеивать темно. И теперь же тут, где вот эта волна, теперь надо нарисовать. И вот тут белую кромочку приклеить одну и вторую. А то выберем потом. Когда волна выберется, это все будет такое дерево, кромочка будет беленькая. Ну, будем снимать вот это лишнее по частям. Этот уже немножко начал, конечно, клен не режется, крышится. Жуткое дерево. Это не липа. Вот эти диски красные горит. Плохо берет. Альфа-диск рвет клен. Альху чистит клен, просто вырывает шматками. Если он крышится. А вот этот синий выгнутый, как будто для клена сделан. Броет, нечего делать. Это ж, видишь, надо еще, смотря для какого дерева, что покупать. Thank you.
старый и не забитый, хоть новый, хоть старый. Это быстрее, чем стамеской. Если стамеской это все обдирать, то никаких рук не хватит. Что углубиться стамеской, что обчешется. Этим быстрее.